Ребятки, всем привет! Вы на канале Фортуна ТВ, звать меня Валентина. В общем, это для новичков, просто представляюсь, потому что, возможно, не знают. В общем, кому это видео будет интересно, видео о пустых баночках, оставайтесь со мной, будем, в общем, смотреть. У меня накопилось достаточно много, и, в общем, буду хрустеть маленько пакетом, так что извиняюсь и за стук, потому что пакет у меня внизу. В общем, мусор туда буду складывать, ну, как бы вот эти вот пустые баночки. Все, поехали. Так, в первую очередь расскажу об этом вот кремушке от Cosmia 30+. Показать хоть нормально еще нужно. Так, вот смотрите. В общем, он для лица был у меня. Закончился достаточно быстро. Как видите, все полностью. Он бюджетный, как я уже потом узнала. Ну, неважно. Факт то, что за свою стоимость неплохая, в принципе, и цена, и качество. Но качество не дотягивает, конечно, как сравнивать его с Нивеей. Нет. К Нивее он более маленечко похож, в общем-то. Но действия от его такого, конечно, не ждите, как от Нивеи. Поэтому... это уж вам думать, там, стоит покупать его или нет. Так, следующее. Открыла я, стала пользоваться от Нивея, что мне подарили энергия молодости. Действительно, очень хороший крем. И действительно, то, что как тут заявлено, он более вот пожирнее, который ночной 35+. Мне понравился, девчонки. Если вот кто у меня запрашивал, то что отзыв о нем оставить. Действительно, он свою работу, как заявлено, справляется, в общем, со своей работой. Эластичность я маленечко почувствовала, но как бы для моей кожи он, конечно, жирноватый. Масло тут виноградных косточек, витамин Е и пантенол. Но у кого вот более сухая кожа, вот действительно будет вообще в тему вот такие крема. Также еще, по-моему... ага, от Нивеи вот такой вот еще у меня дневной крем открыт, пользуюсь. Я уже достаточно начала, уже где-то неделю, вторая у меня пошла, начала пользоваться. Ну вот, в общем, очень хороший крем. Вот этот мне дневной больше понравился, эластичность. А, ну, конечно же, он не такой жирный, как вот именно для ночного. Но, в принципе, для моей кожи он маленечко тяжеловат. А, у меня все вот от Нивеи почему-то... я, в принципе, наверное, люблю более такие облегченные, а это как бы для очень сухой кожи вот лучше подходит. Но очень хорошие крема, я не могу о них плохо сказать, потому что от них действия действительно я замечаю. Потому что действительно они со своей работой справляются, увлажняют и питают. В общем, следующее, что вот мне понравилось вообще с первого раза, сразу же могу сказать, вот от черного жемчуга, это я вообще любовь моя, черный жемчуг, а именно крема 36+, я больше заметила от его эффекта, даже чем от Нивея. В общем, крем для лица натуральный ультрафильтр био. В общем-то, хочу даже порекомендовать вот этот крем. Действительно, 36+, вот такой вот, наверное, больше мне подходит. Нужно будет брать побольше. В общем, даже еще возраста побольше, 46 даже можно, потому что эффект от него лучше. И правда, я просто наслушана уже, решила попробовать, и действительно... в общем, я как-то пробовала уже 46+, ну, в общем, мне понравился эффект, когда больше именно по возрасту берешь. Я беру еще побольше возраста иногда. В общем, мне понравился, он со всеми функциями тоже справляется, вообще классный. И тоже он у меня уже, я просто тестировала, поэтому тоже пользоваться начала им от черного жемчуга. Следующее, так вот. Хозяйственное мыло вот здесь у меня классическое, в общем, открыла, пользуюсь, девчонки. Ну, это на любителя, кто любит. Но он действительно нормальный запах хозяйственного мыла. А, стоил он, по-моему, 19 рублей. Ну, в принципе, можно покупать для носочков черных там. Ну, плавки, наверное, зря им стирать лучше, потому что запах будет не очень. Ну, а для носков ноги там даже помыть, чтобы от пота, короче, в общем, убивает. Знаю средство то, что именно под холодной водой
после работы, когда вспотевшие ноги, нужно под холодной водой, в общем, хозяйственным мылом ноги мыть. И потом просто потеть ноги не буду так сильно. Вот это точно на мне, это эффективно. Я уже знаю, просто я несколько раз уже так делала уже. И муж тоже. И поэтому, да, неплохое оно мыло, в принципе. Есть похуже, я брала там от фирмы то, что надо, я брала мыло хозяйственное якобы. Он там вообще воняет. Поэтому я его не покупаю. Так, закончилось. У меня ватные диски от фирмы то, что надо. Ну, неплохие они, не слоятся, ничего вообще. В принципе, достойно. Хоть и несмотря на то, что вообще цена дешевая. Так, следующее. Закончился мягкий знак. Вот такие вот, в общем-то. Это у меня были салфетки. 100 штук. Мягкий знак, он очень хороший, достойная фирма. Что ж тут говорить. Так, губки для мытья посуды. Вот именно вот такие, девчонки, вот они прочные, хорошие. Можно вообще, ну как бы если запаха нету, то она долго держится. Салфетки хорошие. Вот именно вот такие вот я даже рекомендую. Если у кого-то нету денег или не хотите переплачивать, можете их купить. Если в вашем городе есть такая фирма, можете покупать, не бояться. Так. Потом следующая у меня гелевая зубная паста. Вот такая вот. В общем, запах, конечно, мне не очень симпатизирует и лаванда. Но, в принципе, когда нет нифига, то, как говорится, и этому рад. Так, следующая. Вот такая вот у меня закончилась отсилка мед. Такая же, как и была та, только тут со вкусом уже ягодный сбор. Моя любимка. Вот это вот нравится очень. Так. Там очень полюбившийся от органик. Вот такая вот зубная паста с алоэ. Вообще классная. Даже рекомендую. Кто не знал, приобретайте. Вообще она все меня устроила. И отбеливает. И все аккуратно она, в общем, делает. И вкус у нее приятный, не противный. И действительно она укрепляющая зубная паста. Ну, вот, в общем, второй тюбик у меня еще один закончился. Следующая еще вот такая зубная паста от Биомед. Закончилась. Тоже понравилась. На вкус приятная такая, знаете, и нежно освежающая. Вообще классно. Даже вот это тоже рекомендую. Зубная паста супер. Извиняюсь за шум. Я предупреждала, что я буду просто кидать в пакет некоторые, которые не стеклянные. Поэтому шум. От Лакост, который давно мне дарили туалетную воду. У меня только еще она закончилась. Обалденный запах на мой вкус вообще. И, в общем-то, если кто мне будет дарить, еще это меня смотрят, кто мне дарил. Девчонки, спасибо огромное. В общем, и еще, короче, мне раньше дарили. Мне, в общем, получается так, что мне дарили два флакона. Я, в общем, только второй флакон вот этот вот использовала, так как мне еще дарили раньше. Одинаковый. Также еще из подарка, что у меня закончилось, и еще одно открыла от Сады Придонья. В общем, такая туалетная водичка, она недорогая, но действительно туалетная вода классная. Она так без акции 300 с чем-то рублей, по акции, по-моему, сейчас около 124 рублей, что-то такое. В общем, не буду врать. В общем, кто знает магазин Окей, там можно в интернете посмотреть ее стоимость, если кому интересно более подробно. Так, крем для ног с мочевиной 10%, интенсивное смягчение очень сухой и потрескавшейся кожи стоп, безопасное устранение мозолей на топтыши. А для меня вот этот крем очень спасательный. Я его покупаю уже большими, ну, в общем, количество приумножила для себя, и, ну и для ног мужа тоже. В общем, даже его рекомендую, можете купить, попробовать, вдруг и вам понравится. Также закончился у меня антиспирант увлажняющего крема. В общем, проверен 100% цветов. В общем, как могу сказать, уже сейчас он для меня и не супер-пупер, потому что я лучше попробовала, отдав. Ну, достойный, как бы то, что если вам для темной вот одежды, чтобы там или пятен для цветного белья там не было, да, там от пота. В общем, очень хорошо помогает. Но он долго сохнет, вот знаете, под мышками.
уже как попробовала тоже так другой, мне больше тот еще понравился, короче, ну как-то так. Следующее. Закончилось такое вот мыло Dove. В общем, это мой любимчик, уже не один раз рассказывала. В общем, обожаю его. Так. Потом, ну вот еще одна у меня зубная паста такая закончилась, в общем-то, ну у нас с мужем. Как бы вы уже понимаете, то, что это не я одна использовала столько. И это всей семьей пользуемся от Биомед, в общем-то. Классная зубная паста. Что еще сказать, я уже говорила. Также такое вот мыльце мне понравилось. Вообще оно идет гипоаллергена на мицеллярной основе. В общем, увлажняющий. И можно умываться и лицо, и тело. В общем, ну я использую все. В общем, для всего, и для тела, и для лица использую. Если, девчонки, где-то что-то ошибаюсь, я говорю, да, там, просто извиняюсь за оговорки, за свои в прошлых видео. Вы уж меня поймите, простите. В общем-то. Также, видите, у меня сколько кремушков закончилось, крем для ног. Это вот очень мой любимый, полюбившийся крем для ног. Он мне вообще с мочевиной спасает. Очень хороший. И он недорогой, я бы не сказала, что он там дорогой, бешеный, нет. Так, следующая, лечебные травы, вот такая вот зубная паста у меня закончилась. Вообще классно тоже, именно то, что как заявлено от сплат, именно то, что заявлено, она действительно свою работу выполняет. Так, следующая от Биомед, такая вот зубная паста у меня закончилась, тоже приятный на вкус, нежная такая, и именно все справляется со своей работой. Можете не бояться тоже брать. Также закончилась у меня маска. Такая вот экстра увлажнение. Но я бы не сказала, то что экстра увлажнение масла кокоса. Для сухих и ломких волос. Потому что попробовала другие уже маски. И это, конечно, уже и на 4 балла у меня скатилось. Но она бюджетная. Чисто, знаете, когда если у вас нет возможности купить более дорогую, можно ей обойтись. И недорогой. Если кто не любит кокос, ну тогда лучше не покупать, потому что она действительно как бы не резко, но запах хороший присутствует именно кокосом. Так, следующее. Отбеливающий зубной порошок. Закончился у меня такой вот действительно очень хороший. Отбеливает. И когда крототочивость десен, тоже помогает и устраняет. Следующий мне муж дарил такой вот гель, в общем-то, корейский. Если кто, в общем, пользовался, тот меня поймет. И, короче, что могу сказать. Он вообще для всего, и для лица, и тела. И, в общем, даже не надо крем для век. В общем, он для всего. И даже после бритья для мужчин идет. В общем, мы пользовались с мужем вдвоем. Так получилось, то, что я говорю, слушай, давай-ка это после бритья попробуй. И он после бритья его наносил, он очень быстро впитывается. Девчонки, это вот вообще просто обалденный гель. Если кто не покупал и будете покупать, допустим, не знаете, какой он, я вам даже рекомендую. Вообще просто супер увлажнение, и он заживляет раночки все ваши. Стоит, да, переплатить. Он сейчас продается в магазине тоже окей, можно его приобрести. Я смотрела, короче, около, ну, до 100, до 500 рублей. Вот так вот правильно сказать, без ошибок. Здесь объем, кстати, большой. Банка-то где-то, наверное, 500, что ли. У меня просто этикеточка была специальная, но я ее выкинула. Ну, в общем, как вы видите... Обалденная банка, большая, короче, в общем. И очень приятный такой на вкус. Я бы не сказала то, что там он прям алоем воняет. Нет, он не воняет, он нежно, приятно, вкусно пахнет. И, в общем, он, как, знаете, не... вообще вот просто бомба. Так, следующее. От Palmolive. Такая сладкая, роскошный гель для душа с экстрактом ежевики, ванили и питаин, что ли. Издалека не вижу. Так, питаин, да, питаин. В общем, классно вообще. Специально оставила, как вы видите, немножко гель показать вам, в общем-то. Очень приятный на вкус, супер увлажнение. Просто вот если кто не знает, вообще, девчонки, берите, не пожалеете, вообще классно. По-моему, то ли он у меня по акции был тогда, я уже не помню. У меня там видео есть, можете посмотреть о покупках даже, по-моему. Или в подарках, в общем.
Ну, очень хороший. Я отзывы оставляю, то, что мне дарят, что где покупаем. Я потом в пустых баночках всегда отзыв оставляю. Так, потом у мужа вот такая вот от Timothy Men закончился шампунь. В общем, ему понравилась интенсивная защита от перхоти. Сейчас мы другую там взяли, это потом уже в пустых баночках. В общем-то, буду рассказывать. Так, потом гель-уход для душа, крем-кокос. В общем, с маслом жожобы. Жожоба, правильно, да, сказать. Извиняюсь за оговорки, неправильные слова и ароматом кокоса. А гель-уход для душа 250 мл. В общем, классный, мне понравился вообще. Класс, класс, класс. Так, следующее. Что мне не понравилось? Как в действии он мне нравится. Но вот как он по вкусу, он мне вообще не нравится. 500 мл здесь. Но, девчонки, он прям на вкус медицинский очень. Поэтому думайте сами, стоит его покупать или нет. Не в каждом это вообще понравится. И еле мы его, в общем-то, добили. Так, да, использовали. Потом закончился вот такой вот от бриз для мужчин. В общем, здесь крем для бритья, основной уход. Ему нравится, мужу. В общем-то, недорогой, но хороший. Следующее. Что это из моих любимок? Это, как всегда, от Botanic. В общем, для окрашенных волос. Я сегодня поэтому за кадром, то что у меня волосы уже трагически все. В общем-то, смылась вся краска, уже время ей. Но это шампунь, действительно, она помогает. Вообще классная. Ну, помогает в том смысле, то что она сильно быстро не снимает краску. И именно промывает хорошо. Для моих волос она очень подходит. Так, следующие девочки. Так, девчонки, ребятки, кто смотрит меня. А что еще могу купить? Даже, скорее всего, это осенью. Вот такие вот, вот такой вот крем. Бархатные ручки. Здесь крем-масло для рук, ночной уход. ИСОС, восстановление, как заявлено, действительно без обмана. Если кто не знает, попробуйте, если у кого сильно сухая кожа или потрескавшаяся. В общем, это спасение, особенно на ночь. Супер восстановление. В общем, даже после бритья я наносила на свои ноги. В общем-то, где брила ноги. И вообще мне помогло, потому что заживление было ранок, которых я повредила станком. Ну, потому что у меня уже был станок. В общем-то, нужно было менять насадку. Ну, вот, в общем. А я решила сэкономить, в результате порезалась. И вот, в общем, для меня спасение было вот такое вот средство. Это крем-масло для рук. Ну, я применила и для другого, в общем-то, вы поняли. Так, следующее. Вот такие вот я станки использую от Venus. В общем, классные, мне нравятся. Да, они не бюджетные, но мне больше нравятся именно такие. Так, следующее. Биомед. В общем, здесь это долгая свежесть дыхания. Ну, как бы долгой свежести дыхания я не заметила. Это ополаскиватель комплексный, натуральный пенный ополаскиватель. Вот он, как правильно называется. 500 мл здесь. В общем, классный, мне понравился. И такой ненавязчивый вкус мандаринки. В общем, приятный на вкус и в действии. Действительно, мне понравился. Но как бы долгой свежести я, короче, не ощутила. Ну, он стоил тоже что-то недорогой. В общем, так вот. От Фэри закончился у меня, в общем, для мытья посуды Фэри. Сочный лимон, классный вообще тоже. 900 мл. Ну, это уже смотрели у меня 100 раз, наверное, уже видео постоянно снимаю и об этом говорю. Все уже знают то, что Фэри это незаменимое средство. Ну, для меня, по крайней мере, конечно же, у вас может быть и лучше. И не, я с вами, короче, не буду об этом даже спорить. Так, следующее. Влажные салфетки для детей. Вот такие вот из Fix Price. Кому не нравится Fix Price, ну, это уже ваши проблемы и трудности. Я брала на пробу вот такие влажные салфетки для детей. Но я их не для детей использую, а именно, в общем, пыль вытираю им. Подоконник, что-то на скорую руку после работы пришла и быстренько пыль везде по мебели. Мне что нравится, то что следов на мебели не оставляет.
В общем, классно. Вот телевизор, если кто так взбредет кому-то в голову попробовать, не пробуйте телевизор вытирать этими влажными салфетками. Не предназначено для телевизора. Сразу говорю то, что будет полосатый. Я просто специально решила проверить, и я проверила, полосатый телевизор, остаются разводы конкретно, потом вообще этот телевизор или я чистила, поэтому не стоит даже рисковать. Так, лучше купить салфетки чисто для специального телевизора, там продаются и для мобильных телефонов, ну, в общем, вы поняли. От Доместос с силой 3 в одном. В общем, такой у нас блок в унитаз закончился. В общем, классно, мне нравится. Это мои любимые. Они для унитаза вообще супер. Если кто-то хочет попробовать, они очень экономные. Надолго их хватает, и они действительно убивают микробы. Все равно, конечно, чистишь унитаз постоянно, но все-таки, короче, все равно эффекты я увидела. Также закончился у меня такой вот от Ариэль, правильно, да, сказать. В общем-то, насыщенный цвет. Мне очень нравится. Здесь, по-моему, 6 килограмм тогда брали за 500 рублей всего. Это было по акции. А так он у нас стоит намного дороже. Когда если акции нет, рублей, может, даже 800 бывает такое. И если не совру, да, 600-800 бывает так. Лоск еще закончилась. Но мы покупаем по акции, в общем-то, нам это бюджетно выходит. Лос Колор, в общем, тоже для цветного 3 килограмма. Не помню цену, но нам тоже он нравится, вообще тоже неплохой. Ну все, девчонки, у меня закончились все такие вот пустые баночки, пакетики. В общем, всем спасибо вам за просмотр. Наконец-то я завершила это видео. И хочу, в общем-то, всех поздравить с наступающей вас, мои хорошие родные подписчики, с наступающей вас Пасхой. В общем, желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви, взаимопонимания. И чтобы у вас всегда сопутствовала ваша удача. Продвижение всем, конечно же, кто у меня смотрит, блогеры, которые, неважно, подписаны, не подписаны. Потом я понимаю, что конкуренция. Ну, в общем, это не об этом. Я просто всех хочу поздравить от всей души. Кому оставляю комментарии, девчонки. В общем, всех я вас очень люблю, кого смотрю. И, в общем, у кого подписано. И сама, короче, и кто на меня подписан, я вам всем благодарна. Всем желаю всех только земных благ. Чтобы было у вас всегда в доме уютно, тепло. Чтобы вас все любили, близкие, родные. И мира на всем мире и во всех странах, чтобы у нас был мир. Я только за мир. Все, ребятки, мои хорошие девчонки, всех вас люблю, целую. С вами была Валентина. Всем пока!